Привет, друзья. Это помните, как Простоквашино, когда она говорит, зачем я поеду сейчас в Простоквашино, если я здесь на пляже еще не все свои платья показала. Дяде Федору там про кота говорили, Матроскина. А он говорит, отец, что был бы у меня такой кот Матроскин, может, я на тебе бы и не женился. Когда она ему сказала, какой он такой мудрый кот Матроскин, что если тебе еще до него дорасти, а он говорит, если был у меня такой, так я бы, может, на тебе и не жил. Ну, такая смешная вещь. Не все платье, говорит, еще показал. Я вот тоже, видите, галстуки еще не все показал, потому что я придумал такую для вас развлекательную штучку. Я же юморист. Если те галстуки мне дарил Вадим Шишов, профессор-математик, выдающийся, который предсказал математически, что будут кризисы на планете и в России на графиках. Это было много-много лет назад. А этот галстук мне тоже Вадим подарил, но другой, Иванов, который был замгубернатора Нижегородской области. Так что Вадим будет смотреть, увидишь свой галстук, привет тебе. Да, всему семейству, потому что мы много лет дружим. Так, теперь слушайте. Я хочу сказать про секреты. Меня там спрашивают лички, есть мастер у вас секреты? Ну, конечно, есть. У меня есть 4 точки от страха. 4 точки от страха, 2 на затылке, 2 на руках. Ну, вот в Китае принято семейные секреты, да, рецепты передают. У нас тоже в семье есть секреты, и мой сын знает, и моя дочь Шейла знает, они тоже эти точки знают. Но никому другому я не передаю. Почему? Потому что очень многие люди, кому я показывал, они сделали себе карьеру, потому что они своих начальников лечили, снимали у них страхи. Я тоже очень много людей, как говорится, избавил от страхов, и они успехами своими, в том числе, и мне обязаны. Так вот, они сделали карьеру, зная эти точки, потому что помогали там кому-то, и даже вот, понимаете, сейчас смотрю, вот эти вот чиновники, кому они их помогали, так они вот трансформировались, видите, я сейчас вот поэтому никому не даю, потому что у меня 2 секрета есть, вот эти точки из 2000 точек, 4 точки, ну я же сказал уже, 2 на затылке и 2 на руках, ну пускай ищут, потому что никто не знает дозировок, так, и вот это важно, дозировки это очень важно, и именно какие точки тоже важно. 2000 точек, и каждая точка имеет свои особенности. Вот. Ну, второй секрет, какой я никому пока не передам, пока науку человечности не сделаем, пока все не очеловечатся, я никому не расскажу, почему возник ИИ в эволюции развития человечества, искусственный интеллект, который может стать конкурентом человека. И никому не скажу сегодня самый глобальный секрет, из-за которого, из-за незнания которого ИИ на самом деле топчется на месте. Да, нам всем пишут, говорят, что там они такой прогресс. Да какой там прогресс? Они еще на заре находятся. Они еще не знают. Дело в том, что модель работы мозга я же создал. Там люди, которые, ну, копируют один у другого, западные там какие-то идеи, там копируют, там Силиконовая долина, потом здесь, там все это перемешано, делают там платформы. На самом деле главная идея заключается в другом, как, например, в мозге человека индикатор энергорасхода устроен. Потому что все технические изобретения, самолеты, вертолеты, на основе бионики делается. Ну, то есть подсматривается, как природа устроена, и копируют, и изучают механизмы, там, как крылья, там, то все. Да. И это тоже будет рывок развития искусственного интеллекта будет сделан как раз-таки, когда поймут, как у человека, чтобы скопировать, устроен индикатор энергорасхода. Ну, а я-то знаю, а они-то не знают, а я им не дам. Потому что надо сначала очеловечиться всем. Иначе такой будет рывок искусственного интеллекта, который даже сейчас не мерещится самим этим изобретателем. До встречи, друзья, там ко мне приехали.